портала. Представляем вашему вниманию еще один видеообзор проекта от первого банка мониторинга fairmonitor.com. На этот раз объектом обзора становится проект Crypto Finance Group, который занимается ставшим уже популярным видом инвестирования – инвестирование в майнинг криптовалют. По заявлению администрации, Crypto Finance Group предоставляет своим клиентам консультационные и информационные услуги в области онлайн-инвестирования, а также услуги по доверительному управлению инвестиционными средствами. Данное направление работы этого фонда дает возможность всем инвесторам получать щедрое вознаграждение в виде дивидендов, которые могут достигать до 228% в месяц. Итак, что же вас ждет на этом сайте? Легкий дизайн с приятными дизайнерскими решениями, который располагает к себе и заставляет пролистать все его разделы, познавательные статьи из мира финансов и, конечно же, итак, перейдем с вами к маркетингу. Четыре тарифных плана имеют говорящие названия, которые четко характеризуют каждый из них. The First Acquaintance, или первое знакомство, имеет доходность в 0,75% в сутки на 30 дней, что в итоге составляет 22,5% в месяц. Минимальная сумма вклада в этом тарифе составляет всего $20. Begin to Understand, или начало для понимания, отличается повышенной доходностью в 0,9% в сутки, сроком работы депозитов 50 дней и общим доходом 45%. Чтобы сделать депозит на этот тарифный план, необходимо иметь минимум $100 в активе. Bitcoin Master даст вам доход в 1,7% на 90 дней, а инвестирование в него начинается с $500 США. И последний, самый доходный план CryptoGuru. Процент выплат по нему составляет 228% за 120 рабочих дней. И здесь самая большая сумма начального вклада. Она составляет $3000. Стоит учесть, что в первых двух тарифных планах выплата депозита происходит по окончанию срока его работы. А в планах Bitcoin Master и CryptoGuru тело депозитов включено в выплаты. Заметим, что у каждого инвестора есть возможность вернуть тело депозита до окончания его срока работы, но с комиссией в размере 50% от его номинала в пользу Crypto Finance Group. Теперь перейдем к партнерской программе. В данном проекте она носит название «Дилерская программа». Немного необычно, но это лишь слово, а нас интересует прибыль. Итак, дилерская программа имеет 5 уровней с доходностью 5, 3, 2, 1 и 1% для каждого из них. Это очень достойное вознаграждение, и стоит крепко задуматься над построением своей партнерской структуры. Ведь если все наладить, то прибыль от нее будет выше даже, чем прибыль от ваших депозитов. Платежные системы сайта представлены самыми надежными и распространенными. Perfect Index Money, Advanced Cash, OPay, Bitcoin и Payeer. Следовательно, любой желающий может сделать вклад с одной из этих платежных систем. Личный кабинет проекта особо нам ничем не запомнился, все кратко и по делу. Разве что есть одна маленькая особенность. При регистрации у вас есть возможность удалить своего оплайнера. Для чего это сделано, пока не ясно, но этот факт стоит учитывать. Итак, подводя итог, хотим отметить, что несмотря на большое количество проектов, работающих с инвестированием в криптовалюты, этот смотрится достаточно неплохо. Все грамотно и красиво. Будем надеяться на такие же грамотные, регулярные и долгие выплаты с этого инвестиционного фонда. Ну а на этом у нас все. Добавим лишь, что наш рефбэк на данный проект достигает 250%. Так что, если решили сделать депозит, не забывайте заказать и рефбэк. Приятного дня, уважаемые друзья!